нужно было совершать примерно вот такой объем продовольствия, то бишь на одну точку, где-то 12-13 забегов. Испытуемым, так сказать, летательным аппаратом мы можем это все донести за одну ходку. Давай, смотри, смотрю. А вот и. Есть, попал. Я летчик К-52. Сегодня на командном пункте была поставлена задача по уничтожению опорного пункта противника. Мы выполнили взлет полета районной цели. С первого захода пуском неуправляемых ракет НАР-С-8 цель была уничтожена. Во время отхода от цели были осуществлены отстрелы тепловых ловушек. По докладам авианаводчика, цель была уничтожена на все 100%.